В ноябре прошлого года команде «Embark», группы, которая спасает и реабилитирует уличных собак Шри-Ланки, позвонили на горячую линию по поводу двухшерстных щенков, которых видели блуждающих по улицам. Возле университета Джаявардинапуры в Коломбо щенки казались сестрами, но их маму нигде не было видно. Спасательная команда сразу же вышла, чтобы помочь щенкам, которых они назвали J1 и J2, но поймать их было нелегко. Они были так напуганы, и они были готовы укусить и бежать, чтобы защитить друг друга от возможного вреда. Как только они были пойманы, спасатели немедленно увезли J1 и J2 к ветеринару. Обе сестры страдали от клещевой лихорадки, анемии и манги, состояние кожи, которое приводит к выпадению волос. J1 также очень сильно хромал из-за травмированной ноги. Мы знали, что они сильны, так как они уже пережили суровые условия на улицах, сказал Суравера. Они были очень напуганы и пытались избежать человеческого контакта, сказал Суравера. Но со временем щенки поняли, что они в надежных руках, и начали искать внимание у людей. Как только J1 и J2 полностью восстановили свое здоровье, они были готовы на усыновление. Тем не менее, команда «Embark» не была уверена, смогут ли они найти дом для обеих. «Но нам позвонила семья, которая хотела усыновить двух щенков вместе», — сказал Суравера. «Они посетили нас в день усыновления, подписали документы и забрали щенков в свой дом навсегда. Мы очень рады, что J1 и J2 в безопасности и счастливы в своем вечном доме с людьми, которые их любят», — добавила Суравера. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.